Добавлю его. Деп, видишь? Замер. Я слышу только его увлажнитель. Движет. А движется? Фу. Чё, братишки? Возвращаешься в LA? Нет, возвращайся. Двигай. У меня ковид. 19? Что за черт? Не хочу выглядеть расистом, но мне кажется, белые в Айдахо несерьезно. У меня идея. Мы должны снять документальный фильм, как едем в Бойсе, Айдахо, Куэсу. Ребята, все это плохая идея. И вижу проблему. Вы используете потенциальную смерть друга для славы в киноиндустрии. Рассказ о вашем белом друге. Чувствую счастье. Чувствую заряд. Чувствую азарт. Чувствую похудение. Чувствуешь похудеть? Да. Ты выглядишь так же. Тоже. Он выглядит так же. Затеваем крутые штуки. Чувствуется банальность, потому что это банальность. Но это то, что хотят люди. Это слишком много попросить, типа, вы бы снялись в фильме. Что? Нет, давай, чувак, мы уже выехали. Окей, мы совсем заблудились. На секунду. Подкрадываться и врать, это создаст напряжение. В этом фильме не так уж много происходит. Дождей в это время года много. Нет. Я, наверное, просто устал творчески тянуть. Тогда зачем вы хотите со мной работать? Все это разрушено. Я счастлива, как первый раз. Отстой, псих, нормальный. Дэвин меня ненавидит. Я ненавижу Дэвина. Уэс ненавидит Дэвина и меня. Хотел сделать что-то хорошее со друзьями. Марк Дюплас этот фильм посмотрит. Всем привет, я Марк Дюплас. Вы шутите? Буквально никак. Марк Дюплас в прикреплении? Точно будет продан. Я тоже так считаю. Ее имя в названии фильма. Да, ну и спасти рядового Райана тоже. Понимаете, о чем я? Райана по-настоящему вы не видите до 15 минут фильма.